Hey, yo, всем, с вами Лирис, сегодня я решил сравнить Dirtbridging и Godbridging по скорости. Ну и чтобы ролик был не столько коротким, я сделал мини-нарезку всяких моментов. Так что погнали! Погнали тогда, катать Budvars. Ой, good, все, сейчас будет мясо. У них в команде Dirtbridger, ну все, вам капец. Let's do this. Ё-моё. Недодинатор. Давай рашить рот. Как отличить русских от немцев? Нет, русских можно отличить по скину, потому что русские всегда используют один и тот же. Типа у них скины похожие, они, не знаю, чем-то душевно похожие. Не, у них скины просто душевно похожи друг на друга, понимаешь, чувак? Славяне. Ай, блок я закупил. Come on, good швайне. Будем на немецком говорить, это обряд такой, чтобы тащить катки. И мне показалось, это какой-то звук был, будто, знаешь, я будто на Вьетнаме такой звук, типа ту-ту-ту-ту-ту. Рты, вы сольетесь, потому что мы кто мы, кстати, мы синие. Ох, привет, it's me, Wilder Friends. Блин, не знаю, что за дача такая жесткая? Привет, да-да, не хочешь арбузи? Ну все. Ой, что-то он не хочет арбузи, что за дичь? И нашелся. Блин, что это такое было, почему он не отталкивал? А, у него одна палка. Сочувствуйте, чувак. А, это не ты. Это не он, то есть это ты. Не конён, давай-давай, Платзангст. 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 О, я знаю, кто затащит. Это видишь желтых? Вот это реальный профессионал. Посмотри на его лицо. Он мексиканец, а это уже... А это уже нам капец. Если человек мексиканец, то это ГГ. Все, можно даже не пытаться. Ну разве что, если ты не немец. Ага, давай обряд по новой. Их бин шайсе швайне. Айнцвайндран фиф. Найс. Найс. Кстати, к нам игру налезут, ё-моё. Нет, ни стыда, ни совести, ё-моё. Ну гляньте на них. Нет, ты не пройдешь. Лирис не зря учился делать круговые прыжки. Да, я помню челлендж 10 самых сложных прыжков в Майнкрафт. Помогает. Нет, не помогает, нет. Блю, что такое блю? Уйди отсюда. А, он упал. Ой-ой-ой. Грюнь. Майнкрафт. Грюнде. Нет, нет, я шапку зато успел одеть. Хы, круто. Так, уйди, уйди. Уди. За нашу базу защищает сила удачи. Или не защищает. Кстати, он один остался. Оо, тиммейт кинул, да. Вот что бывает, когда играешь с рандомными тиммейтами. Сейчас такой зергер ливает. Найс. Почему на нас все лезут? Это все потому, что мы красные, да? Это все потому, что мы рот? Нет уважения вообще к ртам. Что вы маме сделали, а? Я слишком начал нубить, все, пора. Пора, да, пора. То есть хватит. Ты не пройдешь. Походу пройдет. Он прошел, но бездну. Тоже... Катка закончится через 49. 7:49, 7:50, 7:50. Короче, мне кажется, эта катка да не закончится никогда. А, на кирку скину. Сломал. Найс. 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 О, привет. Я тебе кровать ломаю эту. Пункте 9-4. 4-9. А у меня в пункте 3-0-3-3-3. Дискриминация. Не знаю, причем. Да, корень дискриминанта. Блин, математики хреновы. Шо, брат, я же просто в Майнкрафт поиграть хотел. Глянь, они до центра достроятся, а там золота нет. Вообще, тактика сломал, упал крутая. Вот я сломал и упал. Лезный Дед Мороз крадет подарки у детей, забрал себе нагрудник, который мечтал какой-то... Он, Дед Мороз жирный, он не откидывается. Не, он реально не откидывается, он тяжелый. Делаем операцию дышание на палец и строимся. Надо попробовать. Черный упал. Тактика не помогает, ё-моё. Не помогает. Ё-моё, просто мясо происходит. Но я не люблю мясо, я вегетарианец. Сломал! Попробуем, да. Опа, застрял, затроллил, скинул. Сломал. Супер лирис черепашку. Я черепашка, блин, ё-моё. Уйди. Он, я его опять закинул. Это трехочковый был, просто трехочковый. Золото уберем. Подстава, да? Ты видишь, сколько голосов за, чтобы золота не было? Казалось бы, накрутка. Ну нет, ну нет. Это 100 тысяч человек зашло и проголосовало против золота. Пойдем туда. Куды туды? А, сюды. Это разные команды, главное. Чё? Мы в одной команде, чувак. То есть ты рот, я рот. Логично. А как ты добрался на базу? Так, снизу. Чувак, я пролетел, чувак. Чё, что у меня? Флайхак. Ну. Убил, вот это я, чувак.
Идем вон туда. Будем строить домик. Я тут в джакузи плаваю, чувак, ты что? Я имитирую утку. Фак, нам кровать сама. Чувак, я рип. Ну ты гов... Ах ты хренов слизняк. А, я понял, ты домик построил реально, лол. Ой, а как его подвесить? Чинти? Это только для бомбящих игроков придумано. У кого реально горит. Этого хайпиксель. Ой, хайпикселя, да. Админ, да, у него моджен клай был. Ты видел его? Ты видел? Ты видел? Как истинные немцы, надо них поставить. Пиво. Русские водки против немецких пив. Кому не немецкие пивы, ну ладно. Водка, уйди отсюда. Это не водка, это вода какая-то. А-ха-ха, руки короткие. Рудки нет, у него руки длинные. У него вообще руки длинные, я не понимаю. Он может даже в магазин не ходить. Ой-ой-ой. Капец, просто тайминги, это все, мне кажется, продумано. Это все подстава, это все типа подготовлено заранее, все продумано, чтобы мы слились. Это бэдварцевский заговор. Почему ты Лирис? Потому что ты Бэтмен. Чувак, 0 блоков, я не знаю, что делать. Я лайфхакер, я буду лайфхакать. Да, 3 в 2. О, я смог, что ли? Я смог? Да, я смог, чувак. Опа, сломала! Пышная майнкрафтерская битва. Ебой! Давай, может, сравнение сделаем. Го, так короче, дыр против год бриджинга, да. Я упал. Опа, вот тут я, ты видел, как я с воздуха пролетел? Тут написано red. Red, почему не red? Что за дичь? Пацан, ломай тут эту штуку, это обман. Знаешь, когда строишься, нужно встать в позу. Ой, я думал, глаз один. Вот смотри, он у тебя, наверное, глаз. Ты же хотел еще сравнение телебриджинга. Телебриджинг я не умею. Ух, ё-моё. Сколько тут блоков, кстати? Сейчас проверим. Ну, 9, если не считать тот первый. Серьезно, один блок остался. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, да. Фига ты математик. Корень дискриминанта. Я упал. Ах, ты почти, ты простроился почти, блин. Включи нам Вьетнам, вспомним молодость. Ё-моё. Блин, почти, чувак, смотри, видишь, мы сравнили. Ну, получается, God Bridging победил. Но на самом деле Dirt Bridging быстрее. Ну просто Zerger, то есть Dirt Bridger из видео, первостроился не полным дерпом, а второй он не использовал Control, ну или Ctrl. Так что God Bridging должен был проиграть, но ладно, это не важно. Ну все, погнали к вопросам. Faded Cry спрашивает, когда у тебя не было лицензии, на каких серверах ты играл? Ну, это был Lastcraft и Lightcloud. Твипл спрашивает, какой программой ты снимаешь видео? Ну, я снимаю через OBS. Крутая штука. Craft922 спрашивает, ты слышал о проекте Vime World? Это Vime World? Нет, это Патрик. Что-то тут не так. Get the fuck out of my room and play Minecraft! А нет, все в порядке. Ну все, не забывайте задавать вопросы в комментариях, ведь вы можете попасть в следующий ролик. И да, спасибо Зергеру за помощь в видео. Ссылка на него, если что, в описании. А монтировал и снимал для вас это видео Лирис. С наступающим вас Новым годом! Желаю вам удачи и чтобы все ваши мечты исполнились. Добивайтесь своих целей в новом 2019 году и будьте счастливы. Ну все, до встречи в следующем году. Саянаро!